По просьбам жителей округа внесены изменения в расписание сразу двух маршрутов общественного транспорта. Дополнительные зигзаги появились в движении автобусов под номерами 44 Слобода-Видное и 29 Видное, поселок Володарского. Изменения вступили в силу с 1 июля нынешнего года. Раньше 44-й автобусный маршрут пролегал прямо по Каширскому шоссе. Сейчас организован заезд на территорию северной промзоны. Отметим, что автобус на данном маршруте курсирует лишь по будням. Администрация Ленинского городского округа был заключен новый контракт с перевозчиком ООО «Альфа Грант». Данным контрактом мы предусмотрели желание предпринимателей северной промзоны, чтобы к ним заезжал автобусный маршрут. Всего будет 4 заезда в промзону, 2 утром и 2 вечером. Маршрут 29-го автобуса также был изменен. Раньше он пролегал мимо микрорайона «Пригород Лесное», теперь будет проходить по его центральной улице. Предусмотрено 16 заездов по будним дням и 8 заездов по выходным дням. Мы увеличили транспортную работу на один автобус, то есть ранее работало на этом маршруте 2 автобуса большого класса. Сейчас к ним добавился еще один маршрут, автобус среднего класса. Время в пути составляет до 60 минут, из них заезд в ЖК «Пригород Лесное» занимает 15 минут. Оплатить проезд на маршруте можно с помощью социальных, банковских и транспортных карт «Стрелки» и «Тройки».